Команда IT-лицея Казанского федерального университета заняла первое место на соревнованиях RoboFest Татарстан-2018 в направлении робокарусель. Соревнования прошли в Набережных Челнах. Нам помогло то, что мы очень упорно и долго готовились к этому состязанию. Такие мероприятия нужны детям. Это дает им знания, дает им желание в этом участвовать. В соревнованиях приняли участие свыше 250 участников из Татарстана в 6 категориях. В состав команды IT-лицея Казанского федерального университета вошли Артур Еремов, Максим Краев, Салават Кадыров и Роман Погорельцев под руководством тренера Ильдара Латыпова. В проекте ребят было представлено 3 робота, которых ученики собрали и запрограммировали сами. Каждый из роботов выполнял задание. Первое – это боулинг, то есть робот должен был с помощью мячиков сбить банки. Второе задание – это прохождение маршрута с препятствиями. И третье задание – это имитация лабиринта. То есть робот должен переместиться по лабиринту и уже переместить кубики и цилиндры также на другие его места. Благодаря победе лицеисты КФУ получили право представлять Татарстан на Всероссийском робототехническом фестивале ProFest, победители которого могут претендовать на получение гранта Министерства просвещения Российской Федерации. У нас довольно-таки высокие шансы на победу в Москве. У некоторых роботов кардинально изменится именно конструкция механизмов для выполнения разных заданий. Артем Тупичкин, Виолетта Басова, Универньюз.